Судья отправится под суд. Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело против 37-летней Екатерины Кузнецовой, уже бывшей судьи Ленинского районного суда. Она обвиняется в совершении 17 эпизодов преступлений, и все связаны с муниципальной землей. По версии следствия, в период 2006-2007 годов обвиняемые на основании подложенных документов рассмотрела 17 гражданских дел о признании права собственности на 17 объектов недвижимости, расположенных в городе Оренбурге. Объекты недвижимости – это земельные участки муниципалитета, и вынесла 17 заведомо неправосудных решений. Проще говоря, на протяжении 2 лет Екатерина Кузнецова подделывала судебные решения, на основании которых 17 земельных участков, принадлежавших городу, передавались частным владельцам. Сейчас они возвращены муниципалитету, теперь следствие прорабатывает версию о возможных подельниках. За служебный подлог и вынесение ложных судебных решений максимальный срок, который грозит Екатерине Кузнецовой, это 4 года лишения свободы.